Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетил жилой комплекс «Первый Лермонтовский», где проинспектировал строительство школы на 1500 мест. Сдать объект строители планируют летом следующего года. Подробности в следующем материале. На площадке более 100 строителей, несколько кранов и своебойная установка. Подготовительный период завершен, в разгаре основной. Главное на данном этапе – забивка свай и заливка бетоном ростверков в верхней части свайного фундамента. На данный момент забивка свай завершена на 95%. Параллельно ведем монолитные работы. Из 1800 свай на данный момент забито 1600 свай. Между ростверками передвигаются дорожные катки, которые утрамбовывают песок до нужного коэффициента плотности. Затем будет устроен плитный фундамент. По периметру площадки лежат узлы башенных кранов. Также у нас завершен фундамент первого крана. Монтаж крана у нас через 7 дней. Через 10 дней мы еще ставим еще два крана для того, чтобы в полном объеме начать монолитные работы. Площадь первого этажа объекта более 7000 квадратных метров, а общая более 30. По словам Владимира Ружицкого, новый микрорайон и общеобразовательные учреждения станут украшением Люберец, а материально-техническое обеспечение школы позволит ей стать школой-флагманом. Хорошая современная школа с хорошим актовым залом, это 912 мест, столовая 570 мест. По сути, будет 3 спортивных зала, тренажерный зал, зал для занятия хореографией, танцами. По сути, 5 спортивных залов. Объект предназначен для детей, поэтому послание потомкам – обязательная часть визита. Бумага подписана и помещена в цилиндр. Строители подали в ростверк первый куб бетона. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.